нужно купить. Все перед фактом просто поставили, то есть никаких объяснений, никаких там предложений и так далее. Просто перед фактом поставили. Нужно купить такой-то учебник, там-то, там-то. По такому-то адресу выдается. Столько-то стоит. Все. То есть где-то найдете дешевле, пожалуйста, ваше право. Покупайте. Но дешевле таких учебников нет. Мы все магазины объездили, на другом конце города купили, да. Тот самый учебник на другом конце города пришлось купить за 800 рублей. И это, по словам женщины, не последний, который придется покупать за свой счет. Причем мама одного из учеников заявляет, что книги приходится приобретать не первый год. На этот раз сложившуюся ситуацию она решила придать огласке. Вот учебники, пожалуйста. Азбука. Окружающий мир. Литература для 5 класса. А между тем директор школы в недоумении показывает школьную библиотеку и уверяет, что все необходимые учебники в ее школе есть. А те немногие, которых не хватает, в ближайшее время они привезут из других школ. Я сама лично с библиотекарем дважды стояла при выдаче учебников. И я знаю о том, каких предметов по 2-3 учебника нам в каких классах не хватает. И до 10 числа мы все учебники должны будем раздать. Если такие вопросы возникают, я считаю, что этим родителям, значит, нужно сразу подойти ко мне. Потому что мне очень интересно, какие учебники. Отважатся ли родители обратиться к директору школы лично, они пока не решили. А по словам руководителя учебного заведения, чтобы решить эту проблему, необходимо знать, какие именно учебники родителей обязали купить. Екатерина Нерушкина, Дмитрий Аверкиев и Дмитрий Рыженко, телеканал «Эфир». 25 лет в жизни города, в жизни каждого.